Привет, друзья! Ну вот я и в молодежном. У меня тут есть мои друзья, малыши, и двое из них мои родственники. Угадайте, какие? Вот это Егор. Как папу зовут? Александр. А твою маму как зовут? Света. Светик, семицветик. Свет, а вы меня знаете? Нет. Вот смотри, я с твоей мамой. Она мне двоюродная сестра. А, прикольно. И твоему папе двоюродный брат я. Значит, вы мне кто? Дядя. Правильно, двоюродный только. Да. Двоюродный дядя. А это их друзья. Тебя как зовут? Меня Назар. Назар, а тебя как? Данил. А сколько вам лет? Мне будет 11. А тебе? 9. А вам? 11. 10. Будет 11. Смотрите, какие молодые у нас собрались ребята, да. Так, ну что я вам скажу. Конечно, для моих подписчиков это не особо интересное видео. Это, так сказать, семейное, да? Но следующее видео мы обязательно вам покажем нашу классную речку, которая называется Орель. Поедем на Орель? Да! Да. И будем всем прыгать. На речку поедем. Ладно, хорошо. Давай расскажите вкратце. Ты часто приезжаешь в село? Да, очень часто. Почти что на каждые праздники. На каждые каникулы. Да, на любые праздники и каникулы. То есть каждое лето вы здесь? Да, каждое. И каждое лето, и зимой, и я бываю, и лето, и на выходных. Вот здесь. Там камера. Или в ту камеру можно говорить. А это сама вы? Я каждое лето тут, каждые каникулы. А ты? Я и каникулы, и выходные. Так вы все с города? Да, мы все с города. А вы с какого города? Я с Каменского. А ты? Я с Каменского тоже. Каменское. Днепро. Правильно. Видите, у нас тут Днепродзержинский, Днепропетровск. Знаете такое название? Да. Не знаю, не Пропетровск, а Днепро поменяли название. О. Правильно, знает, молодец. А был Днепропетровск, правильно? Да. А еще раньше как был? Не помню. Екатеринослав. А, Екатеринослав, да. Правильно. Честь Екатерины. Ну что, друзья, я вам скажу, когда мне было столько лет, как вам, я тоже каждые летние каникулы сюда приезжал к бабушке. Вот. И есть у меня маленькая одна фотография. Вот там напротив погреба, напротив погреба, у меня есть одна фотка. Я вот сейчас примерно представляю, сейчас ее попробую найти и вставить в кадр. По-моему, 68-го или 69-го года она. Эта фотография. Там мне примерно 3-4 годика. Вот это вот как осталось. И в эту же хату, вот, которая за нами, да. Вот здесь жила моя бабушка. А ихняя получается прабабушка и прадедушка. Вот такие вот дела. Так что, друзья, не уходите с канала. Следующий у нас Орель. Да, правильно он говорит. Подписывайтесь на канал, делитесь этим видео со своими друзьями. С вами был Виталий Пискун и канал Vital Way. Подписывайтесь. О, и кто-то к нам приехал. Привет. Привет. Сейчас я выключу. Привет, как дела? Да как, видишь, уже тоже посидел. Все, выключил. Теперь он с малышами поснимался. Не узнаю. Ну, как это не узнаю? А кто? Племянник Алика. Сын Лёни. Славик. Славик. Ёлки-палки. Который с Людкой гулял вместе. Вот теперь у меня только и вырисовываются твои черты. Представляешь? Ну да, Славик. Уже тут лекс на камере. Вот это дела. Вот это нам уже стукали. Ань. Ну что это такое? Да. Старее, да, как тебе телефон? Я уже боюсь спрашивать. Ага, уже такой, ближе к пенсионному тянем. Да, представляешь? Я на себя приеду. Я ж редко тут бываю, как у тебя, что там наши, я точно что как на старости, наверное, тянет эти. Там, где детство прошло. Да, на кладбище я был. Ну, если ты видишь, смотришь канал, я там на кладбище был. И, ну, бабушки, дедушки на могилу снял. И Калику подошел. А сегодня же прийти охоту, ты приехал сейчас на охоту. Да, ну я не охотник, не любитель. Я такой себе. Меня поснимать. Умерли. Ну, может, умер. А этот притарахтел был, где даже интернет есть. Да. А мы с папой или прямо сейчас? Как это, Витя, на машине. А? Вот это еще одна моя
получается, племянница. Ты хоть знаешь, что твой дядя двоюродный? Да. Вот. Она не захотела в компании сниматься, но это так, дополнение к съемкам. Пошли. Конфет я привез. Да я не хочу ничего. Пошли, пошли. Пошли. Ничего не хочу. Балуйся. Так, друзья, заходь. Видите вот этот велик? Вот этот велик выделили мне. И сейчас на нем я буду крутить педали на речку. Так, чтобы вас сориентировать на речку, примерно, ну не примерно, километр точно будет. Так что следующий ролик про рель.